Около 200 компаний из России и Белоруссии представили свою продукцию на межрегиональной выставке-ярмарке «Модный салон». Она открылась в манеже Дворца спорта. На ежегодную выставку приехали производители из Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и десятков других областей, а также из Республики Беларусь. Отличительной особенностью ярмарки стала возможность приобрести эксклюзивные товары народных умельцев. Так, средства для красоты и здоровья представили дистрибьюторы из Саратова. Их изюминка – уникальная продукция на основе натуральных компонентов, которая помогает в борьбе с самым разным спектром заболеваний. Также необычный хендмейд привезли производители из Чувашии. На стенде представили дизайнерские валенки, сделанные вручную. По словам умельцев, их валяют по той же технологии, что и несколько сотен лет назад. И это делает валенки долговечными и удобными. Аналогов в мире нету таким валенкам. Здесь уже сказала, все сделано, опять же, вручную. Здесь чистая шерсть, без всяких добавок, без всякой химии. Они и не только полезные, теплые, они как бы еще и лечебные. Это свойство имеет шерсть, которая содержит ланолин, это любой медик скажет. То есть она помогает и кровообращению.